Всем приветик, с вами снова Металлист. Выбрался на свой очередной коп. Вот, уже почти подготовился. Пока ехал, шел дождь, я уже расстроился, думал, неужели, блин, мне обломается сегодня с копом. Ну и вот, вроде бы, дождик прекратился, одел сапоги по погоде. Ну и будем пробовать искать. Первая остановка у меня возле этого места. Вот, что-то камера криво стоит. Вот, возле... Первый я решил сделать первую разведочку возле такой вот деревушки, и возле нее тут небольшое поле. Попробуем, походим здесь, посмотрим, что найдем. Наконец-то какая-то тоненькая монетка. Смотрим. Обычная. Горошек польский довоенный. О, империя. Погода не радует. Пришлось одеть плащевик, дождевик вернее, потому что вроде бы дождик прекратился, но он так вот перепадами. То накроет, то пройдет. Холодно, но я ищу. О-хо-хо. Деньга. Да, деньга. Первый крупный монетос. Неужели еще одна монетка? Смотрим где-то здесь. О, хо-хо-хо. Александр II, денежка, не копейка. Класс. Неплохая такая. Еще одна монеточка. Александр II. Красота. Это уже 61 года. Монетка. Буратос. А я уже думал, их не будет. И вот тебе первый. В копилку. Опять находочка. Конина. Да. От конской упряжи. Заклепочка.
деревенское колечко крестьянское. Медное, да, медное. Обычное. Даже не серебро. Еще что-то похоже на монетку. Ай-яй-яй, это из монет, наверное, делали пуговицу. Да, жаль. Неизвестно, что за монета, конечно, но если будет редкая, очень будет жаль. Если сделали из нее пуговку, продырявили. Видите отверстие? Очередной зеленый кругляшок. Смотрим, что за она. Да-да-да-да. На этот раз, скорее всего, два польских гроши. Погода постоянно меняется, то дождь прекратится, то опять. Вот такая канитель, блин. Не дает по-нормальному походить с удовольствием. Приходится вот в таких условиях. Давайте покажу, что опять нашел. Манитос, смотрим. Так, это у нас грош медный, скорее всего, да. Плохо уже видно, но скорее всего, да. Станислав Августа Понятовского, это 1700. 17 век, одним словом, 18-й. Ну, вот такая монета. Ничего не видно, она утертая, поэтому идем дальше. Сигналил очень тонко, но это оказалось не монета, а пуговица. Сейчас ничего невозможно рассмотреть, она абсолютно заржавела. Ну, вот такая вот находочка. Вот только видно ушко. Чуток. Ура! Свежевыкопанная копейка 1852 года. Николашка первый. Йо-хо-хо. В копилочку ее. Я все-таки надеюсь на какое-нибудь серебро. Потому что и под дождем я мог. И хожу уже так. Должно что-то быть. Вот такой вот сохран. Нормально, пойдет. Пришел к машине. Буду потихоньку собираться уже домой. Ну и заодно покажу, какие у меня находки. Конечно, сегодня не очень так хорошо получилось покопать. Дождь шел, потом это... Место сразу не нашел. Ну вот тут вот... В основном здесь я как бы тормознулся, и основные находки вот на этом поле. Сейчас давайте покажу, что накопал. Ну, как видите, не очень много монет в этот раз. Хотя так я скажу, неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И 12-я пробита. 12 монет, копеечки, 2 Александра II и 1 Николая I. Ну, вот такой вот коп у меня сегодня получился. И такой вот... Небольшой урожай.
Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Встретимся, как обычно, на копе. Всем удачи и пока. Что для меня свобода, что для меня погода, что для меня работа, праздники, друзья. Где ты, моя удача? В чем ты, моя задача? Сделать все иначе, чем успокоюсь я.